Нам нужны такие корабли на море, чтобы мы могли с любой волной поспорить. Маяки нужны, нужен нам локатор, а еще нам верные нужны ребята. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить в военном флоте. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить в военном флоте. Нам для службы на море нужны походы и приветы из дому в далеких водах. И чтоб не терять вину свободных даром, нам, конечно, в кубрике нужна гитара. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить в военном флоте. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить в военном флоте. Нашу встречу, на встречу с песней. Сегодня ветеранская организация военных моряков при Белорусском союзе офицеров совместно с городским домом культуры проводит акцию концерт в поддержку установки памятного знака военным морякам в нашем городе. Все собранные средства пойдут на благое дело, и мы говорим всем большое спасибо и каждому из вас за участие в этой акции. Ну а участники концерта приложат все свои силы для создания в зале хорошего настроения и заряда вас положительными эмоциями. Это чуть позже. А сейчас для открытия акции я приглашаю на сцену заместителя председателя Ивацевичского районного исполнительного комитета Великосельца Александра Федоровича. Уважаемые участники акции, военные моряки, Ивацевичский районный исполнительный комитет активно поддержал эту идею. Идея, скажем так, смелая, креативная, необычная. Но тут, наверное, в этом зале люди, которые что-то знают и понимают о флоте, о военном флоте. Большинство людей как бы нет. Тем не менее, мы подумали и с тогдашним председателем, Ткачуком Анатольевым, ну почему бы не пойти этим людям навстречу, которые хотят что-то сделать для города, для нашей истории. Поэтому было принято решение, был выделен участок земли на выбор, где хотели, выбирали сами офицеры, моряки. Поэтому он получился в нашем центре нашего города. Беларусь – одно из немногих государств, которое не имеет выхода к морю, не имеет моря. Но этот памятный знак, который скоро, я так надеюсь, будет доведен до окончания, он будет рассказывать, напоминать всем, почему он здесь. Он будет говорить о том, почему наши люди, наши земляки, уроженцы нашего района, нашей Белоруссии были на этом море. Поэтому очень хорошая идея, она нами поддержана, пускай она в быстрейшем времени завершится, и наше сотрудничество в местной исполнительной власти с общественным нашим объединением военных моряков и царской продолжается успешно. Всего хорошего! Так,
Встречаем! Глаз пистолета с лицом мужчины.
Человек. И у нас в гостях заместитель председателя Совета Белорусского союза военных моряков, капитан второго ранга Холодилин Валерий Иванович. Мы предоставляем ему слово. Здравствуйте, дорогие иванчай города и участники этой акции. Я знаю, что только любовь к флоту привела вас сегодня сюда поддержать моряков, поддержать их благое и святое дело, которое они намерены сделать. Я хотел бы сейчас, прежде я буду говорить, а моряков, всех моряков, которые находятся в этом зале, подойти со мной сюда, встать, и мы дальше будем действовать по нашему плану. Прошу подняться, моряков, и прийти ко мне. И знаю, что у народа белорусского тоже искренняя любовь к морякам. Вот это ваше здесь начало, что вы здесь вместе с нами. О том, что говорит, что вы поддерживаете морские знаки. Мы тоже чувствуем вашу любовь и гордимся этой любовью. Вот среди всех, которые здесь присутствуют, представители военно-морского флота, я хотел бы сказать, есть люди разные поколения, очень достойные, и которые с достоинством и честью провели знамя своей Родины. Их Великая Беларусь по всем флотам и океанам, и за это нас любили на флоте. Вот со мной рядом капитан первого ранга Ордо Валентин Дмитриевич. Участник разминирования, геройский поступил, награжден боевым орденом. Значит, Стасенок, капитан первого ранга, Анатолий Кузьмич. Это человек, который был заместителем командира дивизии атомных подводных лодок. Всплывал на Северном полюсе. Значит, много заслуженных людей среди нас здесь находится. Многие те, которые прошли воинскую службу, достойно несут эту флотскую закалку, смекалку, умение отвечать за каждое свое действие в этой гражданской жизни. Среди нас нет, допустим, сейчас главного корабельного старшина Шуневича. Он министр внутренних дел Республики Беларусь. Нет капитана старшины первой статьи Корчика, заместителя министра промышленности.
Значит, Николай Александрович Круковский, в прошлом министр связи, все они моряки, понимаете? И я думаю, что моряки достойно представляют и сейчас вот свою лепту вносят в процветание нашей Белоруссии. Поэтому два только слова хотел бы сказать. Слава Белоруссии и ура военно-морскому флоту! Председатель горосполкома городского совета профсоюзов. Профсоюзов городского Пинска. Тоже в данном случае военный моряк. Ребят, пошли. Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, в суровый дальний поход. А волны стонут и плачут, и бьются от корабля. Растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля. Растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля. Корабль мой прямо качает крутая морская волна. Подымет и снова бросает кипящую бездну она. Обратно вернусь я не скоро, но хватит для битвы огня. Я знаю, друзья, что не жить нам без моря, как море мертво без меня. Я знаю, друзья, что не жить мне без моря, как море мертво без меня. Нелегкой походкой матросской иду я навстречу врагам. А завтра с победой геройской скалистым вернусь берегам. Хоть волны стонут и плачут, и бьются о борт корабля, но радостно встретит героев рыбачий родимая наша земля. Но радостно встретит героев рыбачий родимая наша земля. Ну и пользуясь моментом, разрешите все-таки за инициативу проявленную в отношении строительства в вашем прекрасном городе памятника наградить медалью 320 лет российского флота следующих товарищей. Бысик Леонид Дмитриевич. Парни, которые инициируют и движут все дело наше. Ермолович Василий Васильевич.
и здоровья самолет. Друзья, давайте мы все-таки песню еще, да? Лодкой диким давлением сжата, дан приказ, верят на корму. Это значит, что скоро, ребята, перископы увидят волну. Перископы увидят волну. На пирсе тихо, час ночной, тебе известно лишь одной. Когда устала я подлодка, из глубины идет домой. Когда устала я подлодка, из глубины домой. Хорошо из далекого моря возвращаться к родным берегам, даже к нашим неласковым зорям, к нашим вечным полярным снегам, к нашим вечным полярным снегам. На пирсе тихо, час ночной, тебе известно лишь одной. Когда устала я подлодка, из глубины идет домой. Когда устала я подлодка, из глубины. Но уж так повелось сожалению, далеке от родимой земли, измерять глубиной погружения глубину твоей чистой любви, глубину твоей чистой любви. На пирсе тихо, час ночной, тебе известно лишь одной. Когда устала я подлодка, из глубины идет домой. Когда устала я подлодка, из глубины идет домой. Среди нас есть и таланты, которые пишут книги, верши. Поэтому хотел бы давать. И начнем с них. Соленый поцелуй. Соленый поцелуй. И небо на руках. И сполохи летят над головой. Всплывали мы. И было так. Всегда была удача с нами. Но этой ночью горизонт горел. Сусальным золотом сияя. И я увидел, как он постарел, наш кэп руками седину перебирая. А 40 лет еще не годы, и 40 000 миль за ним. Он волк, и человек он гордый, как океан никем не победим. Он видел все и испытал немало. Вода, огонь и блеск короны, и на плечах погоны адмирала с соленым золотом погоны. И он поймал мой взгляд пытливый, уткнул рукой в мое плечо, сказал: ты знаешь, я уже счастливый, но очень ненасытный, хочется еще. Еще не все прошел глубины, да и сказать не все моря, а то, что голова в сединах, так то к богатству говорят. Соленый поцелуй искрится на губах, и небо край скользит над головами, его руки сигнальный взмах, всем вниз,
и люк задраил за нами. Я тоже хочу от себя вас всех поблагодарить за это, за эту замечательную акцию и передать районной центральной библиотеке свои 3 сборника. Огромное спасибо, уважаемые моряки. Просим вас занять места в зале. Большое спасибо. Эти аплодисменты вам. Эта песня написана, когда погиб подлодка Курск, на которой я в свое время тоже был. И я написал песню, посвященную гибели Курска. Отклонять наши души, верность к нам приводит.
сердце, не щадя своей жизни, вы отдали сердца. А как хочется жить, сердце рвется на сушу, и Россия прости, и храни наши души. Из сердца к сердцу мы ее несем. Они ведь сестры, доброта и красота. Давайте вместе этот мир спасем. Обезоружить можно только добротой. Она как чудо, что дана нам свыше. Она как ангел шествует с тобой. Она стучится в твою двери, слышишь? Мы приглашаем на сцену председателя историко-патриотического клуба «Поиск» мичмана Атанова Петра Сергеевича. Огромное спасибо, что вы поддерживаете эту акцию, защитникам морских рубежей, которые устанавливаются в вашем городе. Спасибо вам огромное, счастья и здоровья. Я думаю, что он будет очень востребован и займет достойное место в вашем городе. Спасибо вам за все.
от смертей уберечь. Дай Бог жить, как совесть велит. Пусть вас Бог для любимых хранит. Дай Бог жить, как совесть велит. Пусть вас Бог для любимых хранит. Движения в Брестской области целое морское братство. Только у нас в Новоцерческом районе более 150 человек. И нам очень приятно, что памятный знак на нашей Новоцерческой родной земле станет якорем добрых воспоминаний для всех, кто служил в ВМФ. Участие в строительстве принимают и сами ветераны. Они же инициируют сбор средств, помогает местный бюджет. Часть затрат взяли на себя бизнесмены, индивидуальные предприниматели Арсений Гирс и Иван Кот, за что им огромная благодарность, наше уважение и ваши аплодисменты. Дорогие друзья, к микрофону я приглашаю председателя Союза военных моряков Ивацевического района мичмана Варицкого Николая Николаевича. Здравствуйте, дорогие товарищи. Гости наши тоже здравствуйте. Тот, кто хотя бы раз побывал на море, не забудет никогда ни шум, ни вкус соленой воды, крик чаек, необъятный простор водной глади на горизонте. Тот, кто нес службу на море, исполнял свой воинский долг, навсегда сохранит в сердце чувство высокой ответственности и морского братства. Эти чувства объединяют бывших моряков на суше. В Ивацевическом районе не так много людей, кто служил на море, знаком с романтикой морской волны. Мы, моряки, в целом между собой прекрасно знакомы. И в дни праздников стали встречаться более 20 лет тому назад. В результате окончательно созрела витавшая ранее в воздухе идея создания флотской организации по типу афганской или Белорусский союз офицеров. И вот после некоторых дебатов на эту тему 11 ноября 2006 года инициативная группа собралась на учредительное собрание. И так в этот день была создана первичная организация военных моряков, председателем которой стал капитан второго ранга Симонов Николай Павлович. И мы вошли в состав Ивацевской организации Белорусский союз офицеров, которую возглавляет подполковник Матонин Сергей Александрович. Первоначально численность была 9 человек, а на данный момент более 150. Цель создания организации в том, чтобы воспитывать молодое поколение, высочайшего патриотизма и любви к своей родине, на что постоянно обращает внимание президент Республики Беларусь. Так наша организация шествует над школой номер один города Ивацевича. Там проводит воспитательную работу. Это день юного героя-антифашиста, день защитника Отечества, день победы, день пионерской дружбы. Неоднократно посещали воинские части, принимали участие в возложении венков и память у воинов, погибшим в Великой Отечественной войну и воинам-афганцам. Встречаемся с ветеранами войны на урочище Гута-Михалей, на комплексе Хованщина, где проходят митинги и реквиемы, мы этой памяти верны. В этом плане большая заслуга принадлежит бывшему директору ДСА подполковнику Ковалеву Михаилу Владимировичу. Он ввел военно-патриотическую работу среди молодежи настоящим образом. В нашем городе живет участник Великой Отечественной войны, мичман в отставке Кузин Алексей Андреевич, который призвался в 1940 году, а демобилизовался в 1945. И в гражданской жизни на Ивацевской земле рязанский парень не посрамил гордое звание моряка. Мы всегда берем с него пример. В 2015 году принимали огромное участие в создании выставки «А море остается морем» в историко-краеведческом музее города Ивацевич, которая действовала около 3 месяцев.
Было собрано большое количество экспонатов, подлинных вещей, знаков отличия и многое другое. Активисты нашей организации регулярно участвуют во всех государственных праздниках, проводимых в нашем городе. Отдельной строкой хочется оказать патриотическую деятельность среди участия нашего профлицея, где я работаю. Многократно мы проводили участие вместе с председателем БСО и жюри в смотрах конкурса «Трое песни» до призывной подготовки в тематических вечерах, посвященных Дню защитника Отечества Вооруженных сил Республики Беларусь. В лицее создан богатый историко-краеведческий музей, отражающий культурные традиции белорусского народа, профессиональную направленность лицея. И благодаря заместителю директора Игорю Васильевичу Скалине мне предоставили место для личной выставки, где проводим встречи с учащимися, воспитывая гражданина, патриота, готового стать на защиту своей родины. Поэтому идея создания памятного знака была не случайна. Это символ увековеченных флотских традиций морского братства между Беларусью и Россией. Это свидетельство того, что в белорусской земле с большим уважением относятся к памяти защитников Отечества. С 1945 по 1992 год военную службу в морском флоте прошло более миллиона белорусов. Из них 74 адмирала. 20 белорусов удостоены звания Героя Советского Союза. Неоценимый вклад в годы Великой войны, сохранение мира и послевоенные годы внесли герои-подводники, среди которых было много наших земляков. Третья часть состава подводного флота была укомплектована выходцами из Беларуси. Атомные субмарины были составляющими ядерного щита Отечества. Следовательно, советское государство доверяло белорусам выполнение наиболее сложных задач. Руководство района посодействовало на территории города возвести памятный знак. Оказывало и оказывает помощь в организации наших мероприятий. Памятный знак представляет собой 7-метровый маяк, у 8-гранного основания которого находятся 4 настоящих корабельных якоря, символизирующих ключи 4 флотов – Тихоокеанский, Балтийский, Черноморский, Северный. Памятку ведут 2 дорожки. Вокруг маяка из плитки выложена круговая дорожка, где гармонично сочетается изображение морской цепи и розы ветров. На мемориальных плитах будут выгравированы военно-морские символы. Часть работы уже сделана, но много предстоит еще сделать. Возвести головник, фонарь, маяка. Увековечить мрамором основание, окультурить территорию. Огромное содействие в строительстве принадлежит отцу Григорию. Следует отметить помощь таких организаций, как ПМК-11, ПМК-18, ЖКК, МОЗ, Косовка МПО, военное лесничество, Чермет и многие другие. Оказывали благодарю помощь учащих профлицея. Они были вызваны и награждены грамотами, вы все видали. Надеемся, что и в следующем году с вашей помощью будет завершено строительство памятного знака. Благодарю вас за то, что вы пришли на этот благотворительный концерт. На сцене Николай Христов. Спасарам, кто их так всего живет, а побывку еле.
зря. Мечты порой на жизнь бросала в объятия пустоты, но в трудную минуту, когда не в добрый час, на жизненных дорогах спасала дружба нас. Пусть слеза заискрится счастьем, радость исполна, пусть беда растворится чаще горького вина, пусть удача по жизни с вами рядышком идет, пусть вам всем в этом мире очень крупно повезет. А жизнь она как зебра, меняет часто цвет, но вера и надежда, спасение и свет, и добрая поддержка от близких и друзей нам дарит настроение, становится теплей. Слеза заискрится счастьем, радость исполна, пусть беда растворится чаще горького вина, пусть удача по жизни с вами рядышком идет, пусть вам всем в этом мире очень крупно повезет. Чаще только вина, пусть удача по жизни с вами рядышком идет, пусть вам всем в этом мире очень крупно повезет. Пусть слеза заискрится счастьем, радость исполна, беда растворится чаще горького вина, пусть удача по жизни с нами рядышком идет, пусть вам всем в этом мире очень крупно повезет. Спасибо. Спасибо, мои дорогие. Спасибо всем, что вы сегодня здесь. Низкий поклон вам. Ради тебя, ради святой любви,
Что-то шепчет волна, звезды ближе к концу сентября. Как же ты мне бесконечно нужна, как вечернему небу заря. Как уж закрыты грустные глаза. Где же ты, любовь земная, сказка дерзкая? Твоей родной утренней свежести. Я ради тебя, ради святой любви отдал бы все. Ты только позови. Спасибо. Дорогие друзья, я попрошу поддержать аплодисментами следующего артиста, участника проекта «Новые имена Беларуси и поющие города» Юрия Слинка. Все, что стоит.
осени. Между ними река в моей жизни течет, а дождень я течет и до трезвы. Сегодняшняя наша встреча. Мы благодарим вас за то, что вы нашли время и откликнулись на призыв, приняли участие в сегодняшней акции. Каждый внес посильный вклад в общее дело строительства памятного знака военным морякам. Огромное всем спасибо!
благодарна самостной благою. С каждым шагом мы друг другу ближе, каждый хочет счастья одинаково, каждый хочет сердцем быть услышан. И шумит знакомая мелодия, та, которая ветер не остудит. Счастье — это то, что нами пройдено, радость — это то, что с нами будет. Любовью светлой и высокою мы укрыться от невзгод сумели. А в окно глядят глаза счастливые, все, что мы задумали, случится. И как птица в сердце торопливое, день и ночь навстречу счастью мчится. Праздники, праздники, вместе мы празднуем, нам друг без друга прожить не дано. Жаль, понимаем, порою не сразу мы, много дорог, только счастье одно. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы пришли внести эту маленькую частичку, крупицу для нашего общего дела. Дай вам Бог всем здоровья вам. Храни вас Господь.